Доброе утро! Я должна была проснуться в 9 утра, а это 2 часа назад, потому что сейчас 11. Но 2021 год — это год, когда я учусь слушать свое тело. И если оно мне сказало спать дальше, я такая: спи дальше. Первое дело после пробуждения — это таблеточки. Вот так выглядит моя таблетница. Как я уже говорила, мне 60 лет, и я пью таблеточки. В общем, принимаем таблеточку перед завтраком. И запиваем ее водичкой. Дальше у меня есть полчаса на то, чтобы сделать все дальнейшие действия. То бишь, почистить зубы и умыться, сделать утреннюю зарядочку и промедитировать. Я начала медитировать, но пока не особо получается, потому что я не могу сконцентрироваться. Мне очень мешают все мои мысли сконцентрироваться. Хотя основная задача медитации как раз-таки в том, чтобы поток мыслей немножечко приостановить, стопануть и такой, типа, ну, короче, идем умываться и идем делать утреннюю зарядочку. Про медитацию я молчу, потому что я не хочу ее сегодня делать. Согласна, может выглядеть странно, но это вкусно. Так, ну все, я позавтракала. Сейчас план пойти погулять в лес, потому что это отчасти моя физическая нагрузка, физическая активность, и плюс дышать свежим воздухом надо, и это меня очень сильно расслабляет, потому что лес, который у нас здесь рядом с домом, это просто вау, там так красиво. Я надеюсь, вам это покажу. А сейчас будем надевать на себя кучу слоев, потому что на улице зима. Конечно, не минус 23, всего-то минус 4 где-то, но все равно для долгих прогулок надо одеваться тепло. Поэтому сейчас будет куча слоев. Леггинсы, носки, еще одни носки, штаны, футболка, лонгслив, худи, куртка и шарф. И еще шапка где-то. Шапка нашлась. Так же, как варежки. На самом деле, как-то уже попахивает весной, когда тут есть особый запах весны, и вот пахнет весной. И это, блин, прекрасно, потому что я безумно хочу весну. Очень хочу. Это мое любимое время года. Потом лето. И это тоже мое второе любимое время года, так что я прям жду. Обычно я прихожу сюда, включаю музыку в наушниках и хожу просто так, потому что очень красиво, обычно, когда после снегопада, я уже сказала, и просто очень как-то прям
прилив происходит какой-то. Вот. Но сейчас тут не так красиво, как обычно. Но все равно. Нормально. На троечку. На троечку из пяти. Были бы вы тут со мной, когда было... Когда был снегопад, то там вообще, конечно, красота полнейшая. В общем, я уже вернулась с прогулки. Прошло, наверное, уже часа два. Я даже успела поесть и кое-что поделать по диплому. Вот, а сейчас у меня план наконец-таки потренироваться. Вспомнить, что такое физическая активность. Вот, и буду тренироваться, наверное, часик где-то. Ну, там, с разминкой и заминкой. Считаю, естественно. Вот. А потом сяду за диплом. Снова. Ура! Вот это оригинально, конечно. Вот это у меня разнообразие деятельности. Но меня все очень устраивает, на самом деле. Я прям... Я такой кайф ловлю над тем, что я сейчас тут одна тусуюсь и работаю. Вот. И еще друзья приедут на выходные. Так что просто кайф. Жизнь кайф. Мне все нравится. Что ж, тренировка прошла успешно. Привет, ребята. Прошло достаточно времени. Все это время я пишу диплом. Весьма успешно. Прошло еще несколько дней, и у меня есть... что сказать? Я очень хочу высказаться. Как вы могли... заметить, я пишу диплом. Мне кажется, я уже всем об этом сказала. Семье, друзьям, в Инстаграме, просто незнакомым людям. Я пишу диплом, всем привет. И я этим занимаюсь, действительно. Потому что я решила сейчас это все подготовить, чтобы потом не париться, потому что под конец года будут еще новые проблемы, такие как ГОСы, такие как IELTS, выпускные, всякие разные штуки. И, в общем... Я прям предвкушаю, как моя эмоциональная стабильность будет немножечко нестабильной. Я сейчас в доме нахожусь одна уже седьмой день. И я поняла, что начинаю немножко сходить с ума. Потому что мы люди, социальные существа. И мне необходимо общение. Как бы я не отрицала идею того, что... Точнее, как бы я не придерживалась идеи того, что я вся такая независимая, вся такая черпаю энергию из времени, которое я провожу наедине с сама собой. Да, это все так, но очень как бы это все лимитировано должно быть. И не слишком перегибаться, потому что я сейчас понимаю, что я соскучилась по родителям просто даже. И я хочу там, не знаю, увидеть других людей. Я здесь живу, я хожу гулять в лес и веду какой-то отшельнический образ жизни. И на момент я вспомнила чувака, я не помню, как его зовут, из «Сияния», который реально начал сходить с ума из-за того, что он просто был заточен в этом отеле весь сезон зимний. И, короче, да, я такая, блин, не хочу сходить с ума, и поэтому сегодня поеду домой, немножечко побуду в Москве, чтобы почувствовать этот ритм, потому что, блин, меня начало на самом деле пугать вот этого чувства, что я одинока. Первое время было очень прикольно, что типа так спокойно, тихо, никто не отвлекает, я занимаюсь только тем, чем я реально хочу заниматься, то есть нет никаких домашних обязанностей или либо этих каких-то, не знаю, отвлекающих факторов. Но черт возьми, не хватает людей рядом, не хватает какой-то движухи социальной. И эти 7 дней были такими показательными, что я прям удивилась. Да, я хотела высказаться, потому что я как-то прям загрустила. Мне было очень грустно последние дни, я ничего не делала, я даже ни строчки не написала в диплом, потому что я не могла как-то собраться с мыслями, были какие-то, не знаю, новые проблемы. И как-то очень было странноватенько. Да, хотела сделать небольшой апдейт. Еще, кстати, хотела дополнить, что здесь, за городом, иногда не очень хороший интернет, не очень стабильный. И из-за того, что я не могу позалипать, как обычно, в Инстаграм или в YouTube осознанно, когда я хочу это сделать, я не могу это сделать, потому что условия не очень. И...
меня просто не остается никаких других вариантов, как сидеть за рабочим столом и пытаться что-то в диплом написать. Я сейчас, кстати, это делаю уже успешно. 3 часа подряд я что-то туда пишу, и я прям невероятно рада, потому что мне очень нравится, на самом деле, то, какой у меня получается диплом уже сейчас, на таком минимальном этапе. Дико радует, прям очень. На самом деле, у меня были здесь дела, которые мне прикалывали и приносили какое-то удовольствие. Например, я делаю зарядку каждое утро, я устраивала себе тренировочки. Вот, я, значит, читаю, я прочитала уже 2 книги, для меня это какая-то бешеная скорость, потому что я книги читаю, ну, типа, очень редко, максимум 2 в год, а сейчас 2 за 1 месяц, это прикол. Вот, поэтому, в принципе, все классно, есть и плюсы, и минусы, но надо четко себе давать иногда осознание, что ты нуждаешься в других людях и в новых эмоциях, и не закрываться от этого всего. Такая вот у меня сильная рефлексия. Еще на самом деле, я начала... Мне просто было прикольно еще пожить немножко одной, потому что я очень хотела, типа, восстановить свое питание, которое немножко пострадало в последнее время, потому что я очень плохо ем. Точнее, я не знаю, у меня нет понимание того, как выстраивать свое питание, потому что я страдаю от каких-то расстройств пищевого поведения, это так называется сейчас. И вот я хотела какое-то время побыть одна, чтобы, как в общаге, самой регулировать то, что я ем, что я покупаю, чтобы не мучить себя какими-то, не знаю, штуками, на которые я срываюсь. Типа я прям... Не могу, я на шоколад очень сильно срываюсь. Я такая же дикая сладкоежка, мне постоянно хочется сладкого и вкусненького такого. Вот, поэтому я такая, о, класс, чуть-чуть почищу питание, чуть-чуть немножечко организм свой, не знаю, как это, настрою на правильное питание. Вот, плюс мы с друзьями недавно собирались и так обожрались все пиццей, чипсами, колой, какими-то кофейными напитками, что просто я вышла, я такая, ну не вышла, я потом, когда ехала домой, я просто такая, о май гад, как мне плохо. Вот, поэтому я такая, все, немножечко правильно питаемся и получаем удовольствие от здоровой пищи. Но на 4-й день мне стало так грустно от событий в жизни, что я снова потянулась на сладкое. Я его обнаружила во всем этом доме. Я съела 2 пачки чипсов. И, в общем, я снова питаюсь как-то очень странно. И стараюсь себя за это не корить. Стараюсь очень сильно, потому что я так устала от этого всего давления, что просто можно, пожалуйста, спокойно пожить без тревожности, без апатии, без вот этого всего. Я не хочу постоянно думать об этом. Поэтому вот. Тут лежат огурцы, и я на них уже смотреть не могу. На самом деле я обожаю огурцы, но иногда бывает такое впечатление, что типа здоровые овощи, фрукты и всякое такое у меня ассоциируется только с периодом полезного питания, вот этого всего. Поэтому, когда я немножечко перестаю давать себе ограничения, я такая... Овощей больше нет в моем рационе. Я почему-то как-то очень, как-то так, не знаю, радикально к этому отношусь. Что, типа, если я себя лишаю ограничений, если у меня появляются ограничения, то овощи и фрукты увеличиваются в рационе. Если я снижаю себе ограничения, то они такие, ой, мы тоже уходим. Короче, не знаю, странно. Вот, поэтому я, блин, все еще стараюсь нормализовать свое питание, и это вообще-то тема для отдельного огромного видео, потому что это реально огромная тема моей жизни, и я начала уже с ней как-то справляться, типа, не только личными усилиями, но и с помощью других людей. Поэтому поговорю об этом обязательно, потому что расстройство пищевого поведения такая себе штука. Никому не желаю этого, поэтому будет прикольно этим опытом проработки этого вопроса с вами поделиться. Вот. Но в другом видео, потому что в этом видео влог, и в этом видео я просто показываю свою жизнь, хотя это тоже часть моей жизни, но просто это такая обширная тема, которую просто хочется говорить, 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 потому что очень много всего. Вот. Так что все, я все сказала, сделала небольшой апдейт, пошла дальше писать диплом и уже собирать вещи домой.